Всем привет! Сегодня я вам покажу, как поменять лампочки и панели приборов. Вначале откручиваем болтики здесь, саморезы. Здесь три самореза. То есть снимаем эту панель переднюю. Это Ford Focus первый. На других машинах, возможно, аналогично, возможно, придется снимать всю пластмассовую эту переднюю часть. Так. Этот болтик тоже откручиваем. Саморез. Потом медленно и аккуратно отщелкиваем три защелки. Так. Освобождаем все колодки от фиксаторов и отключаем все кнопки. Ну, в нашем случае это кнопка открывания багажника. Отключаем ее. Потом отодвигаем как можно подальше руль. Освобождаем место. Вот. И снимаем переднюю консоль. Затем здесь тоже 4 самореза. Вот, раз, два, три. И здесь 4-й тоже. Ну, я уже открутил. Откручиваем. Ну вот, наконец открутили эти 4 самореза. Потом аккуратно вынимаем панель приборов. И сзади есть такая колодка с защелкой. Отщелкиваем. Оп. И отодвигаем ее. Вот. После того, как мы выняли панель инструментов, здесь вот имеется 4 защелки. Отщелкиваем их. Раз. Два. Ну, третья, четвертая, они сами отщелкиваются. Наверное, вы думаете, зачем мне нужен такой ключ на 6? Это для того, чтобы облегчить мне снятие, лампочек. Ну, просто они трудно снимаются, поэтому просто берем и отворачиваем напротив часовой стрелки. Вот первую лампочку, вторую, третью, ну, вот. Четвертую. И пятую. Эти лампочки на 1,2 ватта.
Вот новые лампочки вставляем. Ремонтные, которые. Ну и вкручиваем их по направлению часовой стрелки. Первая лампочка. Вторая. Третья. Четвертая. Если вы меняете оригинальные лампочки на светодиодные, то обращайте внимание на полярность. Потому что светодиодные лампочки особенные лампочки. Крутили обратно. А теперь подключаем инструментную панель и проверяем, как она светится. Подключаем колодку проводов обратно. Включаем зажигание, смотрим, все две лампочки работают. Все лампочки работают, отлично. Проверим. Походу ни одна из них не работает. Но нужна тень немножко. Так, все лампочки горят, отлично. Но на камере это не видно, но вы можете мне поверить, что все лампочки работают. Затем снимаем колодку проводов. Вот, и собираем все в обратном порядке. Итак, мы собрали уже все 5 лампочек. Зашокаем это обратно и вставляем на место. Подключаем колодку проводов. Закручиваем 4 самореза. Вернем обратно лицевую панель. Подключаем кнопочку.
зашелкаем обратно все это хозяйство. Закручиваем обратно три самореза. Фиксируешь их. Сильно закручивать не надо. Это не подвеска, это не тормоза. Проверяем работу. Все стрелки